Но неспроста я выбрал это место. Вот они, безграничные возможности, которые может использовать любой человек. Но что такое границы, что такое страны? Это просто барьеры, это просто преграды, которые человек может без труда преодолеть, эмигрировать, начать новую жизнь в новых условиях, которые ему больше нравятся, политический строй, политическое устройство государства, которое ему подходит. Не зря мы начали заниматься эмиграцией, это очень интересная деятельность. Каждый день новые люди с огромной степенью обладательности, с огромной степенью желаний и целей. Что мы можем предложить компании «Атлант»? У нас есть направление, которое сейчас, в данный момент, я назвал «особые условия на въезд». Это реализация прав по международному законодательству. У нас есть декларация о правах человека, в котором есть примерно 200 стран, в которые человек может беспрепятственно въехать, в том числе и Соединенные Штаты, в том числе и страны Скандинавии, в том числе и европейские страны, южные, там это Германия, это Италия, это Франция, Великобритания. То есть въехать и подать на убежище. Но сегодня мы поговорим о Соединенных Штатах. Я обещал, что расскажу про браслетики, которые надевают на мексиканской границе, что это такое и как нужно готовиться, чтобы этот браслетик получить. Я имею в виду кейс. Итак, начнем с того, что вы приехали в Мексику. Как попасть в Мексику с паспортом Киргизии или Узбекистана, мы вам сможем рассказать в предварительной консультации в нашем новом видео. Будет много интересного, связанного с получением визы в Мексику. Каким образом ее можно получить и каким образом въехать, это будет отдельная тема. Итак, что мы можем сделать? Вы въехали в Мексику. Что у вас должно быть? У вас должен быть сильный кейс. Вот у меня есть люди, которые получают консультацию по формированию кейса и начинают его делать сами. Ходить на всякие разные там тематические мероприятия и так далее. А потом мне задают вопрос: Илья, а вот это вот эпизод или нет? Ну вот я вам скажу, ребята, эпизод может быть внутренний, то, что связано с нормативно-правовыми актами в вашей стране, и внешний, то, что мы используем для подачи на убежище. Таким образом, здесь важно, работа юриста заключается, и здесь важно определять, где эпизод будет иметь для нас отношение, будет иметь для нас основание для подачи или нет. Любую ситуацию можно по-разному переиграть. Достаточно 2-3 слова, чтобы обыкновенный внутренний эпизод стал международным, который можно будет использовать в кейсе на политубежище. Итак, кейс – серьезная работа. Много людей задействовано в подготовке кейса. Это и психолог, это и человек, который собирает с вас историю, это юристы, которые готовят заключение, это правозащитные организации, которые делают отчеты, которые используем мы в нашем кейсе. Это будут свидетельские показания. Ну и в конце, естественно, это будет заключение, юридическое заключение. После того, как у вас кейс готов, уже можно ехать в любую из 197 стран и подать на убежище. Но если мы говорим опять же о Мексике, о Соединенных Штатах Мексики, это граница Тихуан. Когда вы попадете туда и окажетесь на границе, 2-3 часа, сейчас народу там меньше, вы окажетесь в... Вы подойдете к пограничнику, далее нужно будет сказать несколько слов о том, что вы подаете на убежище, и вы окажетесь в специальной комнате, в которой вы поживете, ну это здание, помещение, в котором вы будете примерно 2-3 дня находиться до первого интервью. Как вы пройдете интервью, положительное оно будет, либо отрицательное, как раз зависит от того, с чем вы приехали, с каким кейсом вы приехали. Итак, если у вас положительный кейс, если у вас хорошая история, если через 3 дня общения с иммиграционным офицером вы смогли доказать, что вы действительно претендент на политическое убежище по трем направлениям, у нас есть ЛГБТ, религия и политика. Все. Следующий этап. Вам необходимо либо внести залог. В Мексике, на Тихуане, на границе США работают компании, которые помогают залогам, в том числе и с уменьшением, но за свой процент. Либо вы находитесь в миграционной тюрьме и ждете, когда вас выпустят. Обычно это бывает 6-7 месяцев. Вот. Если вы готовы внести залог, в среднем залог доходит до 5000 долларов, там от 2 до 5, бывает иногда и выше, все зависит от ситуации, но не более 10 тысяч, но в среднем где-то там 3, 4, 5. То есть, когда вы вносите залог, вам на ногу надевают браслет.
С этим браслетом вас выпускают в Соединенные Штаты, это будет штат Калифорния, до суда. До суда можно ходить и год, и полтора, и два, и так далее. Но обычно этот суд назначают быстрее, потому что, сами понимаете, у вас браслет на ноге, естественно, неудобно, естественно, что вы будете поставлены в первоочередную очередь. Если у вас маленькие дети, то бывает такое, что вас отпустят и без залога. Если у вас маленькие дети, вы можете спокойно, пройдя интервью, опять же, успешно оказаться в США без залога. Итак, вы оказались в США с браслетиком, либо без него, и находитесь в режиме ожидания. После того, как вы прошли суд, после того, как судебное решение вынесено в вашу пользу о том, что вы беженец, вам возвращают этот залог. То есть, таким образом, браслетик на ноге, это действительно, можно сказать, что это победа. Победа, которая будет на начальном уровне. Второй момент. Если вы приехали на границе, и у вас нет истории, если у вас нет кейса, если через интервью выяснилось, что вы не готовы, что вы не потенциальный беженец, вы ждете, опять же, в этой миграционной тюрьме своей депортации. Вот если посмотреть в интернете, бывает там и по 3, и по 4, и по 5 месяцев люди ждут просто того, чтобы им купили билеты и отправили их обратно в то место, откуда они приехали. Естественно, что Америка для них закрывается навсегда. Вот. Что еще рассказать? Швеция, Норвегия, Германия. В каждой стране свои особенности подачи на кейсе. На кейс. Мы в ближайшее время будем, естественно, в Евросоюзе, будем посещать места, в которых можно подать на политубежище. Это будет территориальный режим подачи. То есть, когда вы находитесь в стране по действующей визе, либо транзитом. И сделаем видео. Также обязательно к посещению будут лагеря, в которых размещаются беженцы. Также обязательно будет общение с теми, кто принимает на той стороне. Мы будем делать очень много видео по этому поводу, потому что я непосредственно занимаюсь именно этим направлением, особым режимом въезда за рубеж. Вот. И, естественно, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, подробности под нашим видео. Вот такие вот возможности. Океан, в котором нет границ. Также и у человека нет границ. Просто нужно знать, как это сделать и каким образом попасть под юрисдикцию международного права относительно своей истории, относительно своей дискриминации, которая у вас была в вашей стране, между Соединенными Штатами, подача на убежище, или, например, в Скандинавии, либо в Германии и так далее. Там, когда вы прошли успешное интервью, вам платят определенные деньги за то, что вы находитесь в этом статусе, за то, что вы находитесь в состоянии ожидания. То есть разные условия, где-то 300, где-то 400, где-то 500 евро. Вас обеспечивают жильем, вас обеспечивают одеждой, вам дают возможность изучить бесплатно курсы, в том числе и родного языка, который применим в той стране, и английский язык, который является международным языком. То есть это будут курсы, вы будете ходить и бесплатно их посещать, получать деньги, вас будут бесплатно кормить, вас обеспечат жильем, вы будете жить и фактически окажетесь в наилучших условиях. Вот сейчас самая лучшая страна для подачи – это, конечно же, Норвегия, это Дания, это Швеция, все они вошли.